У участковых уполномоченных Колпашевского отдела полиции сменился начальник. С недавних пор эту должность занимает капитан полиции Сергей Коновалов, который сменил подполковника полиции Максима Чепурина, не так давно вышедшего на пенсию. Сергей Васильевич Коновалов поступил на службу в органы внутренних дел в 2009 году в должности помощника участкового. В 2011 был назначен участковым уполномоченным, а через 6 лет повышен до старшего участкового. С конца 2019 года Сергей Коновалов трудится в новом качестве – начальника участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних. Среди руководства и коллег Сергей Васильевич числится на хорошем счету. Многие жители района его знают и уважают. Несколько лет назад он занял второе место в Томской области в конкурсе «Народный участковый». В настоящее время в подчинении у капитана полиции Коновалова порядка 20 сотрудников.